Вот, на этот раз я проебался. Да, я проебался, да, да. Но меня бесит, когда люди делают вид, что ты планировал проебаться. Никто не планирует проебаться. Отсюда и слово «проебаться». Мы не выходим на улицу с мыслями «Сегодня отличный день для проебов, я сегодня весь день буду проебываться». Погодка как раз для проебов, это точно. Так не происходит. Важно уметь извлекать из этого урок. Нужно учиться на своих проебах. Первое, чему я научился, все, что происходит в Вегасе, не остается в Вегасе. Не верьте в эту чушь. Это реклама ложная, и ее стоит перестать транслировать.